Здравствуйте, друзья! Я получил комментарий такой трогательный, что мне захотелось рассказать, вот, может быть, поделиться. Человек говорит, что вот он пришел к маме, а он смотрит наш канал, и он зашел к маме и увидел, что мама тоже смотрит наш канал. Они где-то в Российской Федерации, я так понял, живут, но не уверен. Не в Соединенных Штатах. Вот мама тоже смотрит наш канал. И когда я говорю: «Здравствуйте, друзья!», значит, мама со мной разговаривает. Она говорит: «Здравствуйте, Михаил», и там: «Здравствуйте, Михаил Петрович». Я не знаю, как конкретно она обращается, но во всяком случае у нас такой живой разговор получается. Не то, что вот я сказал, а человек слушает, а как бы уже интерактивно. И я подумал, что, наверное, мама очень такой добрый и искренний человек такой, ну, задушевный. Я представил себе такую хорошую маму. И вот я думаю, что надо ей передать привет, вот, а заодно и всем остальным людям, которые вот вступают в непосредственное общение. Это очень трогательно, понимаете, вот не то, что я там как радио какое-то, которое говорит там, а все-таки вот живые люди с двух сторон, и мы так по-живому общаемся, и это ужасно трогательно, я хочу сказать, очень трогательно, очень приятно, и вот, в общем, привет, значит, маме и самому молодому человеку, и всем-всем остальным мамам, бабушкам, дедушкам, всем, кто как бы нас слушает и, как бы сказать, активно соучаствует. Вот так бы я хотел сказать всем. Совершенно лучезарный такой привет, большое спасибо, обнимашки и все такое. Счастливо!